этом месте сидел Тупак, когда его завалили. Он сидел, как я сейчас. И у нас играет Тупак. Это непередаваемое чувство. Люксовая тачка МВ 7 серии. Настоящая легенда. Именно в этой тачке, именно в этой модели тачки завалили Тупака. Именно в этой тачке двигался Шуг Найт. Именно в этой тачке сейчас качает на заводской, на штатной магнитоле. Сними, пожалуйста, магнитолу. Именно в этой штатной магнитоле качает Тупак сегодня для вас, друзья. И эта тачка продается. Это ценный экземпляр у нас BMW Club Кукшетау. Поэтому, друзья, сегодня у нас топовый обзор. На BMW это 14. У тебя 14 BMW на руках по счету. Короче, друзья, сейчас выясняется информация следующая. Что хозяин настоящий BMW Man, будет правильно, да? BMW дрочер. BMW дрочер. Ну, это... В хорошем смысле этого слова. 14-я тачка по счету. 14-й именно бумер, друзья. Снимаем, можно сюда снимаем. Смотрите, какие ништяки. Ну, во-первых, как заморочились на то время. Не... Мы просто открываем. И именно гидравлическая система нам помогает это все сделать. И очень важный нюанс. Очень важный нюанс. Очень редко, редко, когда сохраняется вот такой вот фонарик фирменный с шильдиком BMW. И он еще при этом работает, друзья. Передняя панель была немного изменена. И сделано вот такой вот черный глянец. Мы видим, здесь освежили дерево. Просто ты это все делал сам, да? Да. Под бронепленкой это все. Ага. Штатная магнитола. Также работает у нас раздельный климат-контроль. Как работает пепельница. Она выдвигает. И она спрятана здесь. Штат с гидравлической фигурой. Вот это и есть люксовый немецкий седан, друзья. Здесь получается у него двойное, да? Ну, да, сейчас двигается. Раздельный климат-контроль, друзья. Это по сей день люксовый седан. Термор РША, смотри. Борт-компьютер, да, переведен. Борт-компьютер. Мне нравится, что здесь максимально все сохранено в стоковом состоянии. Именно эта тачка комплектации Shadow Line. Здесь максимально все в черном цвете. Посмотри, какой, в каком состоянии потолок. Хрома здесь нету в тачке, здесь все черное. Мне нравится. Уж ее жалко вообще продавать даже. А? Именно на этом месте сидел Тупак, когда его завалили. Он сидел, как я сейчас. И у нас играет Тупак, это... Непередаваемое чувство. Друзья, это комплектация индивидуал. Это рядная шестерка с объемом двигателя 2.8. И здесь у нас также нарисован чувак, который подсказывает, как нам, как не надо менять лампочки в этих фарах. Обратите внимание на омыватели фар, они до сих пор сохранены. Это большая редкость в Казахстане, когда вот передний бампер еще в оригинале в стоке находится. Обратите внимание, что флагшток. Заводские парктроники. Стоковые. Стоковые, друзья. Это кузов. Рестайлинг. Такие же парктроники присутствуют спереди. Вот эта дверь, она просто бронированная, просто броня. Посмотрите на ее толщину. У нас также здесь есть аэрбак. Полный набор ключей.
привод этого багажника и его комплектация следующая. Посмотрите, хозяин этого автомобиля заморочился на мелких деталях, но очень приятных деталях, когда везде присутствуют фирменные шильдики. И вот на таких вот деталях мы видим, насколько заглянуть вот. Если покопаться дальше, я уверен, там мы найдем еще шильдики BMW. Что это значит? Видите, домкрат спрятан. Здесь где-то спрятан домкрат. Здесь подъемность заглянул. Вот именно так помещается полноразмерная резина от Pirelli. До сих пор заводская, друзья. Пойдем сюда. Мне также нравится вот то, что здесь вот такая магнитная защелка, которая позволит нам ставить 6 дисков в этот CD-Changer, который сохранился с 2000 года. Самая топовая тачка на те времена. Здесь мы, возможно, обнаружим аварийный треугольник. Да, он здесь есть. Он здесь есть. Вот он, аварийный треугольник с ключами. Комплект родных ключей, друзья. И здесь тоже мы видим. Вот она, гравировка BMW. Произведено в Германии. Также и на Рожковых ключах. Посмотрите на состояние обивки багажника. Такое у него. Это, возможно, первые тачки с гидроприводом именно в немецкой форме. Пойдем, переместимся назад. Друзья, жизнь пассажира на заднем сидении здесь стоила очень много денег. Поэтому, естественно, немецкий автопром BMW в самой люксовой комплектации позаботился. И вот он, аэрбаг. Здесь у нас в дверях. Также у нас есть, смотрите, обратите внимание на эту тонкую полосу, на подсветку ручки здесь. Кроме, я вижу только тут, здесь по-настоящему немецкое качество. Выглядит очень надежно, именно очень надежно, друзья. Посмотрите сюда, на эти ручки. Они плавно отъезжают, плавно. Они не грохотаются, как дешевых там Kia. Я хотел бы обратить внимание вот на то, что вот она, фирменная зарядка BMW. Я только что выяснил, что здесь до сих пор есть функция просмотра телевизора. Здесь все дорогое, друзья, даже вот эти оригинальные вонючки. В отличие от других моделей BMW, охота вальяжно передвигаться на этой тачке, именно стелив по районам. Стоимость этого автомобиля в Америке на момент выпуска составлял 97 тысяч долларов в своем классе. Это была самая желанная тачка на те времена. И сейчас нам очень повезло увидеть ее в таком состоянии. Именно в стоковом, друзья, как она есть. Она до сих пор продолжает собирать взгляды. Очень плавно идет. Сейчас я незаметно разогнался уже здесь. Хотя здесь есть ограничения. Не чувствуется паратон, друзья, без этого седана, действительно. У него идет, кстати, двойной стеклопакет. Кто, если не в курсе? Сейчас я тебе покажу. Вы слышите эту шумоизоляцию бешеную? Сейчас. Двойной стеклопакет. Когда ты сидишь в этой тачке, чувствуешь себя плохишом. Хочется, знаешь, поехать и ставить заправку. Друзья, модель этого руля звучит как немецкие колбаски. Но это не так. Модель этого руля Шницер. Стоимость его составляет 700 баксов. Именно этот мультируль. Так, сейчас, здесь немножко надо. Но на этой тачке, простите меня.
300 баксов выкинуть. Возможно, это был самый дорогой руль и самый желаемый. Здесь чувствуется, он сидит в руке очень уверенно. И хочется действительно ехать далеко. И если удобно сесть в него, можно проехать много-много километров. 2000-е года о таких сиденьях только могли мечтать. Также сейчас я езжу на простом бюджетном седане. Я тоже мечтаю о таких сиденьях. У нас есть память сидений, друзья. Электрорегулировка. А у вас так двигаются спинки сидений? Я хочу обратить внимание на состояние дивки этого автомобиля. Водительская дверь страдает самое больше, потому что именно она самое больше открывается и закрывается. Но здесь я хочу, чтобы вы обратили внимание на ее состояние. Если оценивать по шкале Good Car KZ эту тачку, это 10 из 10. Это действительно люксовый седан от BMW. Это самая желаемая тачка на начало 2000-х годов, друзья. И она у нас здесь сегодня на обзоре. Lying like Pinocchio about they doing cocaine. Fuck with Vegas cause they hit slow. Niggas be artificial. Jealous cause bitches just go crazy when I'm in the stereo. Heard the young K. Друзья, что, как я нашел эту тачку? В общем, я смотрел, что у меня знакомый товарищ продает эту машину. И я давно ее приметил и хотел снять на нее обзор. И вот сейчас настал тот момент, когда он ее продает. Цена этого автомобиля составляет 5 миллионов тенге. За счет ее индивидуальности и сохранившегося состояния этого автомобиля. Да, действительно, кто-то скажет, что это дорого. Обладать этим автомобилем может не каждый, друзья. И присутствует торг, его никто не отменял. Контакты я вам оставлю, вы можете связаться непосредственно с хозяином. Это именно фанат BMW, который знает, как правильно содержать, что хочет и какие требования у этого автомобиля, друзья. Классический вид этой модели. Возможно, самый удачный кузов из BMW. Без преувеличения.